Прозвенел третий звонок. Факультет театра, кино и телевидения готовит режиссеров телевизионных программ, продюсеров, режиссеров драмы, артистов театра и кино, режиссеров театрализованных представлений и праздников. Вот и выдалась свободная минута, и пишите письмо. У нас все идет кругом. Марья Гавриловна. А Марья Гавриловна не видела? На кафедрах нашего факультета работают педагоги-профессионалы, увлеченные своим делом. Прасковья Петровна, как бы не сглазить. Они готовы работать со студентами каждый день с утра до вечера, включая субботы и воскресенье. Учиться у нас интересно, но для тех, кто действительно хочет овладеть той профессией, которую выбрал. Юль, знаешь, мне нужно тебе кое-что рассказать. Можно я первую? Мне тоже кое-что. Ну, давай первую начинаем. Приходите к нам, и вы сами все увидите, услышите, узнаете. Мы вас ждем. Добро пожаловать. Простите, можно заново? И радостью могу сказать, я выпускница нашего института. Наш факультет – это большой живой организм, жизнедеятельность которого многолика и разнообразна. Безусловно, первым и главным достоянием нашего факультета является его педагогический состав. Это авторитетные, преданные своему делу и горячо любящие своих студентов люди. Среди них профессора, доценты, заслуженные инородные артисты, заслуженные работники культуры. Вторая очень важная сторона, и это тоже достояние факультета, это наши студенты. Мне кажется, что наши студенты – это самые красивые юноши и девушки. Никто не проходит мимо, увидев, как они проходит легкой, грациозной походкой. И кажется, что это, наверное, Богом дано, или это просто очень легко. Однако это не так. Для того, чтобы быть совершенными физически, красивыми духовно, наши студенты изо дня в день совершенствуют технику танца, развиваются творчески. С помощью педагогов они воспитывают в себе навыки самостоятельной активной деятельности. Достоянием нашего факультета являются и наши выпускники. Невозможно назвать их по именам в короткой беседе, но могу сказать, что наши выпускники руководят целыми факультетами, заведуют кафедрами, руководят отделениями школ искусств. Более того, театром современного танца города Челябинска и ансамблем танца «Урал» также руководят наши выпускники. Сегодня у студентов есть возможность обучаться по двум направлениям обучения. Это хореографическое искусство и народная художественная культура. Давайте со второго движения, когда в другую сторону пошли. И раз, вот здесь, по-своему, роскошнее. Я очень люблю наш факультет и наш вуз. И хочу сказать, приходите к нам учиться, вы не пожалеете. Мы для вас откроем многоликость танцевального искусства, поможем вам открыть самих себя. И все это откроет вам красоту и неисчерпаемость окружающего мира. Итальянцы, они мыслили вот эпохи Возрождения примерно так же, как мыслили греки. Им не нужно было что-то второсортное.
Культурологический факультет осуществляет подготовку по трем основным направлениям. Первое – это социально-культурная деятельность, второе – это культурология, и третье – это народная художественная культура. В рамках направления подготовки социально-культурной деятельности студенты ориентированы на практическую работу с представителями различных социальных групп, возрастных групп, очень часто работают с детьми, с представителями старшего возраста и, конечно же, проводят летнюю практику в детских оздоровительных лагерях. Студенты направления подготовки культурология ориентированы более на наукоемкие процессы и наукоемкие дисциплины. Их учеба, их деятельность непосредственно связана с памятниками культуры, с историей культуры России, с историей мировой культуры. Работают с представителями различных культур, и не только Запада, но и Востока, и древней культуры, и древней мировой истории. Студенты направления подготовки «Народная художественная культура» учатся в рамках профиля руководителя этнокультурного центра. Каждый культурный центр является неотъемлемой частью нашей жизни, и, естественно, они ждут своих работников, они ждут прежде всего вас. Кроме того, на факультете вас ждет достаточно насыщенная студенческая жизнь. На факультете работает студенческий совет, и представители студенческого совета, как правило, организовывают своими силами различного рода мероприятия. Мы вас ждем. Уважаемые абитуриенты, уважаемые школьники, мы всех ждем на нашем факультете, тех, кто хочет научиться создавать красоту, творить красоту, делать вокруг себя ее. Научить, можем вам с этим помочь и сделать из вас профессионалов в области изобразительного искусства. У нас для этого есть все возможности, есть несколько направлений, и мы имеем опыт подготовки специалистов в области дизайна, декоративно-прикладного искусства и народной художественной культуры. Мы вас решили оставить на второй год всех, чтобы со вторым курсом заканчивать. Награду. Награду. Да. Ждем вас, приглашаем, приходите, поступайте. Будем рады вас видеть. Так, Артем, ты подстроился? Кафедра эстрадно-оркестрового творчества существует уже 35 лет. На нашей кафедре есть два направления. Это инструменты эстрадного оркестра, то есть ансамбль инструментальный и эстрадный оркестр. Смотрите, вы сразу набрасываетесь. Та-та-та-та! Зачем вы? Это еще только вступление. Второе направление – это эстрадно-джазовое пение, где, соответственно, существует вокальный ансамбль и сольное джазовое пение с элементами импровизации, так же, как и инструменталистов. На первый взгляд кажется оно простым, но тем не менее, когда они начинают постигать эстрадно-джазовые направления, сталкиваются с некоторыми сложностями. Но тем не менее, значит, вот эта джазовая импровизация, это нелегко дается молодым и музыкантам, и вокалистам. Но когда человек увлекается этим делом,
он для себя больше, наверное, понимает, и ему больше нравится вот этот вид деятельности. Просыпаемся мы, игрокочет на полночью, то и гроза, то ли это прошедший день. Наш вокальный ансамбль, наши солисты стали лауреатами первой премии. Часто наши студенты выезжают на конкурсы зарубежные, и не только зарубежные, но и всероссийские. Выдали за дружбу, за улыбки милые, за сердечность встреч. Ежегодно мы ездим, так как у нас подписан договор о творческом сотрудничестве с Германией, ежегодно у нас намечаются поездки в город Ванген, где наши студенты выступают как в жанре эстрады, так и просто инструментальном творчестве, или сопровождают аккомпанемент солистом, вокалистом и так далее. Есть любовь у меня, жизнь не знает, что это такое. Многие наши выпускники работают руководителями эстрадных оркестров и ансамблей, а также вокалисты работают в студии эстрадного вокала. Вот это направление, вообще оно очень интересное для молодежи. Я думаю, всем будет интересно поступить на нашу кафедру и учиться. Приглашаем молодых музыкантов приезжать к нам в Институт культуры, на кафедру народных инструментов и оркестрового дирижирования, учиться профессиональному мастерству. У нас на кафедре работает и доктор наук, и кандидат наук, больше 10 профессоров, доцентов. Поэтому, я думаю, есть чему поучиться у талантливых педагогов, ярких исполнителей, и кто закончил нашу кафедру, я думаю, что они получили хорошую жизненную школу профессионального мастерства. Мы вас ждем, приезжайте, мы вас любим и будем учить настоящему искусству. Раз, вытерла пот. Два, вытерла пот. Три, место. От начала до конца все пошло. Студентам не только в учебе, но и в других жизненных вопросах. Наш факультет особенный. Мы самые целеустремленные, трудолюбивые студенты. Мы больше всех занимаемся наукой. Здесь работают самые талантливые и разносторонние люди. В начале учебного года я переехала из Красноярска в Челябинск. И мне пришлось перевестись в местный институт культуры. Меня очень пугала неизвестность. Опять надо было привыкать к новому коллективу и преподавателям. Но мои стеки прошли на второй день. В институте царит дружеская атмосфера, меня окружают интересные творческие люди. Преподаватели относятся к нам очень хорошо. Я учусь на таком направлении, как библиотечно-информационная деятельность, уже на втором курсе. Я поняла, что это мое. Все думают, что мы погружены в книги, но это не так. У каждого есть свои увлечения. Кто-то играет на гитаре, кто-то рисует, кто-то поет. Мы участвуем в различных мероприятиях, проводим их, мы видимся с интересными людьми. И это отличает нас от других. Я ни разу не пожалела о своем выборе поступить сюда, хотя были и другие возможности. В будущем у нас будет стабильная работа и постоянный заработок, потому что все держится именно на нас. Помимо учебы, студенты активно проявляют себя в общественной жизни института. Ты можешь стать активистом студенческого совета, правкома, а также студенческих трудовых отрядов. Я являюсь пресс-секретарем правкома студентов и аспирантов, а также командиром штаба студенческих отрядов.
И с этим моя жизнь в институте стала намного интереснее. Общественное объединение – это шанс подготовиться к взрослой жизни. Здесь проявляется коммуникабельность, самостоятельность, ответственность и творчество. Хотелось бы, конечно, сказать про деканат. Деканат у нас просто классный, суперский. Он всегда нам готов помочь в любых вопросах, решить все наши проблемы. На нашем факультете обучаются студенты таких направлений, как музеология и охрана памятников культурного и природного наследия, туризм, библиотечно-информационная деятельность, документоведение и архивоведение. Мы не уступаем другим факультетам ни в общественной деятельности, ни в спорте. Чаще всего мы выигрываем. Наш факультет – это место, где можно реализовать себя в спорте. Мы активно принимаем участие в различных видах спорта и занимаем только призовые места. В последнем матче по футболу мы выиграли. Но самое главное то, что мы интеллектуалы. Победителем в нашей интеллектуальной игре, посвященной Году российского кино, становится команда факультета документального кино! Из 143 студентов нашего факультета 56 являются отличниками. Я отличник и победитель в международной интернет-олимпиаде по истории России. По количеству набранных баллов я занял 3-е место по всей стране. Благодаря этой победе теперь я получаю повышенную стипендию, как отличник и как победитель. Это позволит мне осуществить свою давнюю мечту – съездить на лето в Крым. Я надеюсь, что вскоре тоже стану одним из выпускников и буду прославлять наш вуз благодаря полученным знаниям и достижениям.